Ахмадзаде. Нет никакого продвижения. Пока смещается в центр Ахмадзаде. Удар! 2-0! Первый ранец в чемпионате России. Увеличивает преимущество московского «Спартака». Он уже признался безумной любви к красно-белому клубу. Сказал о том, что очень любит «Спартак». Пробивает сам, ой-ой-ой! Вот это момент, там был гол, кажется, еще до того, как Приштель мяча коснулся, и Максим Чурков принимает поздравления. 4-1! Красивейший забитый мяч. Головой. Вот так вот! Сухой лист в исполнении Юрия Крашенинникова! Сразу записываем, конечно, в топ голов. Может быть, всего суперфинала, но и разводит руки в стороны Краш, который на прошлом этапе, как вы помните, праздновал мячи вопреки.